Закрытие мест пересечения государственной границы является закономерной реакцией руководства республики на незаконное выставление грузинского поста в окрестностях селения Выст из Наурского района, отмечает Комитет государственной безопасности. Несмотря на неоднократные призывы югостинских властей снятия поста, отвода вооруженных подразделений и деэскалации напряженности, за прошедший год ситуация на Цнылийском направлении в сторону снижения напряженности существенно не изменилась. Ввиду реальной угрозы неконтролируемого проникновения коронавируса с территории Грузии, ограничения на функционирование мест пересечения государственной границы сохраняются. Бязрова также отметила, что в интересах жителей республики руководством Южной Осетии предпринят ряд шагов по послаблению ограничительных мер. В настоящее время обращение каждого жителя республики Южная Осетия, испытывающего необходимость посещения территории Грузии или возвращения в Южную Осетию, рассматривается в индивидуальном порядке и в большинстве случаев при условии реальной необходимости и исключении угроз безопасности республики принимаются положительные решения. КГБ отмечает, что действия руководства Республики Южная Осетия направлены исключительно на защиту прав и законных интересов жителей республики. А любые сведения о тотальных запретах и пренебрежении судьбами людей являются лишь средством пропаганды тбилисского режима. Марианна Чочиева, Сармат Гузитаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.